Здравствуйте, на связи Бигик и Евгений Сенин. Сегодня мы на презентации Oppo, компании, которая показывает свой новый телефон. Но что же в нем особенного, спросите вы? Давайте же свяжемся с моим коллегой Ильей и узнаем. Алло, Илья, ты на связи? Способна ли новая интеллектуальная селфи-камера смартфона Oppo F7 удивить и распознать режим съемки? Делаете вы селфи или селфи? Встретим ли мы Тимати, Егора Крида или Элвана, или кто там в рекламе Oppo снимается? Сейчас узнаем! Нам выдали уникальный браслет, который умеет делать вот так. Технологии. Сейчас мы, наверное, встретим звезд мирового шоу-бизнеса, таких как Павел Кушелев, Эльдар Мурт... Это не та компания. Будет интересно. Это девушки. Girls don't want to take any interview, but I will not try again. Зачем вам блестки на голове? Потому что есть возможность их туда нацепить. 12 seconds later. Это замечательно. Мы только что потерлись об мою руку. Это было самое лучшее воспоминание о сегодняшнем дне. Я надеюсь, это не чужие бокалы? Занимайте, пожалуйста, места. Нас узнали. Ты это не снимал? Откуда вы нас знаете? Смотрим. Но вам же не 10 лет. После запуска в России в январе 2018 года... Мне придется от них отмываться, да? Отрасли, теперь, помимо центрального офиса в Москве функционируют 3 дополнительных. Спят усталые игрушки, книжки спят. О, Егор Крид. Селфи-камера 25. Блин, он даже не пришел. Я ради этого на презентацию пришел. Спасибо большое за внимание. Теперь у меня есть возможность воочию подержать телефон вот так. Этот телефон, в нем все искусственно интеллектуально. В первую очередь камера. Она определяет 22 сцены, среди которых собаки, дети, ночь, портрет и еще какие-то сцены. Еще здесь интеллектуальное селфи. Сейчас мы можем забабахать с Илюхой. Фотка должна улучшить нас всех. Что-то я не стал особо красавчиком. А Илюха как был красавчиком, так и остался. Этот смартфон, он тонкий и красивый. Он заляпывается пальцами, как и все стекло в мире. Этот смартфон ни на что не похож. Ни на что. Монобровь, это, конечно, так себе решение. Давайте найдем, отключается ли она вообще здесь. Нет. Подбородок, как у меня, только у меня их два, а здесь один. Ой, пахнет едой, Илья. По-моему, нам пора заканчивать. Давай я скажу что-нибудь. Разные цвета. Синий, красный. Как думаешь, этого хватит, чтобы нас отпустили поесть? То, ради чего здесь собрались все техно-журналисты, но никто никогда в этом не признается, кроме нас. Тут реально очередь. Сейчас эту очередь отстоим, чтобы первым в мире наконец-то потрогать уникальное Oppo новый F7. Еда прекрасная, я не жалею, что пришел на презентацию. Интеллектуальная система камеры тает на языке и отдает таким привкусом iPhone и iOS. Все журналисты занимаются самым важным здесь. Конечно же, смотрят смартфон. И только самые-самые наглые и меркантильные сволочи занимаются тем, что стоят у стойки с едой и едят, как они могут. Я вот хочу сказать, зачем переплачивать, правильно? Ну, если есть хороший телефон. Фронталка на 25 мегапикселей. Егор Крид, где лучшие тусовки, у меня место потекло. У нас в клубе вот эта вот замечательная музыка. Я до сих пор не доел творожок, чувак, я просто не могу его уже есть, он бесконечный. Сочно, мощно. Нам просто лень рассказывать вообще все фишки в трех словах. Что самое крутое в этом смартфоне? Шикарный HDR-сенсор, который в 16 раз круче стандартного. А в 16 раз лучше, конечно, обычного. Что это значит? Наш аппаратный HDR поступает как? То есть он сразу же фокусирует внимание на том, что на фотографии. Буквально за долю секунды происходит снимок. Опа, ты нажал, у тебя получилась фотография. Где ты, пси? Зато здесь есть мини-джек. Шел 2К 18 год. У нас есть мини-джек и есть микро-USB. Тот разъем, который сегодня пользуется популярностью, он подходит к другим портам, например, если на ноутбук переключаетесь. Поэтому, если даже один полетел, кошка случайно его съела, все, можно поставить другой.
Но телефон красивый. Вы тоже ничего. Красивый. Как тебе микро USB и отсутствие NFC? А там NFC нету. Это хреново. Как тебе отсутствие Type-C в смартфоне за 23 тысячи рублей? 50 на 50. Вот так мы, блогеры, делаем, когда хотим, чтобы нас еще раз приглашали на презентации. 50 на 50. Создают их в Китае. Ну вот не принято у людей NFC. Поэтому сейчас я обязательно прислушаюсь к вашему вопросу и комментарию. Я думаю, что в следующий раз что-то, возможно, мы изменим. А может быть и нет. Дым. Свет. Муздан. Все вкусное, вечеринка вкусная. Презентация ОПА заканчивается шикарным дискачом. На этом, наверное, заканчиваем и мы. С вами был Илья Добровольский. И Жека Сенин. Надеемся, вам было так же весело, как нам всем. Давай двойной спок. Давай. Спок. А ты не умеешь так пальцы, я забыл. Да, ну я быстро не могу. Вот, левый могу. Давай. Еще раз двойной спок. О боже, это Егор Крид, он разговаривает по 12 смартфонах. А, пойду брать автограф. Это же настоящая звезда.